Всех приветствую, сегодня мы поиграем с вами в группу под названием Чужестранцы. Давайте нажмем сразу на паузу, чтобы рассмотреть наш остров, понять, где у нас будет находиться... Ага, яблочки у нас здесь находятся, да, для добычи. Здесь мы сможем с вами рыбку ловить, это хорошо. И здесь мы можем добывать с вами древесину и камень, отлично. Давайте, наверное, перед тем, как мы начнем... Посмотрю, как мы будем с вами это все строить. Скромный домик, ага. Вот так вот по кубикам, да? Знаете, что я думаю? Может мы, знаете, как сделаем? Могу ли я сюда поставить хижину потом? По-моему, да. По-моему, я сюда смогу поставить хижину для добычи рыбки. Только мне нужно будет эти все деревья с вами вырубать. Ну, либо собирать или отправить вот сюда, в эту сторону, а самим развивать наш город маленький вот здесь. Только как бы это по-правильному, чтобы было и ровно, и мне нравилось. Так, возможно, наверное, нужно будет сделать вот так, да, поставить. Здесь у нас будет с вами город. Здесь мы будем собирать, а потом, когда все закончится место, можно будет и здесь строить тоже с вами городок. Так что? Что мы первое с вами делаем? Давайте, наверное, хижину собирать или сюда поставим. Вот сюда куда-то. Либо нет, либо да. Да, давай, наверное, сюда хижину собирать или поставим. Плюс сюда сразу же нужно будет... Нет, не дорогу. Нужен будет склад нам. Чтобы они складывали всю еду сразу сюда. Вот таким вот образом, да, наверное? Вот так вот, да. Отлично. Нажимаем, запускаем и... Пусть идут в эту сторону. Вы же сможете дойти? Давайте ускоримся. Вроде бы до этой стороны не смогут пройти. Да, так, кто у нас тут? Где наш домик строителей? Вот наш домик строителей, все, отлично. Да, они здесь могут спокойно себе работать. Нужно будет сразу же поставить себе добычу дерева. Из-за чего? Из-за того, что мне нужно будет место потом под... Наши с вами домики жилые. Давай, наверное, хижина лесничего. Я даже не знаю. Давай пусть тут будет. Да, отлично. Пошли. Здесь тоже ставим очередь. Отлично. И знаете, как нужно будет сделать? Склад у нас будет вот... Вот тут вот. Нет, склад мне нужен. Хочу большой склад, чтобы они могли полностью все сюда уместить. Все, отлично. И давай вот так, наверное. Все, шикарно. Теперь можно провести дорогу, чтобы я понимал примерно, как мы будем с вами строиться. Дорога будет у нас вот сюда идти. Возможно, здесь у нас будут просто жилые дома, а возможно, мы поставим здесь ферму. Я не знаю, посмотрим. Но самое главное нам сейчас сделать так, чтобы у нас хватило на это все еды, ребят. Потому что если у нас еды не будет, то наше поселение не переживет и даже пару ночей. Так, теперь мне нужно сделать с вами вот сюда... Из-за чего? Из-за того, что я здесь хочу рыбу выращивать. Так что мне нужно, чтобы они здесь деревья вырубали. А потом будем смотреть. Так, давай, наверное, я сразу могу роскошный домик себе поставить сюда один. По-моему, да, да. Раз есть. Два и, по-моему, третий. О! Да, вообще шикарно. Здесь будут домики.
Дальше, наверное, мы сверху ферму с вами сделаем одну. Чисто для еды, чтобы было. Возможно, картошку и помидорку будем выращивать. Так что вы тут, зайчики, собираете? Да, собираете, умнички. Умнички, умнички. Так, ты рубишь деревья. Давай. Пусть 3 человека у тебя будут. Угу. Строители 4 человека. Хорошо. Сейчас здесь тоже попробуем вырубать все, что нам мешает. И поставить хижину рыболова. Где наши? Вот тут рыболовская. Так, шикарно. Нужно будет как-то вот так сюда ее поставить. Если она, конечно, здесь поместится у нас. Чтобы я понимал просто... А, вот смотри, вот тут могу. Угу. Можешь сюда ее и поставить, как думаете? А здесь не... ты не влезешь? Нет, здесь ты не влезешь. Хорошо, давай тогда хижину одну сюда. Самое главное, это здесь еда, насколько я понял. Так что... Давай, давай. Давай строиться будем. Можно, конечно, поставить и на такую скорость, но это будет очень долго и нудно, ребятки. Мы с вами будем так до завтра смотреть, как они строят нам склад. Так что нужно будет... подождать немножко и ускориться. Так, мы здесь все с вами собрали, да? Ну да. Если не ошибаюсь, на следующий день, либо на второй день, здесь должны вырасти, будут наши яблочки. Так, отлично. Здесь ты вырубаешь все. И мы тебя переместим потом. Кстати, здесь добыча камня, да, есть у нас? А кто у нас камень добывает? У нас добывает каменолом меня вот сюда, да? Так. Если я тебя вот так поставлю. На дорогу я тут не уже никак, да, не проведу тебя. Или проведу. Блин, а может не надо им дорога? Ну, как думаете? Может они без дороги справятся? Так. Покамест, ладно, покамест камушек мы трогать не будем. Здесь что у нас? Здесь покамест не строится. Здесь у нас один человек. Хорошо, пусть добывает дерево. Пусть сюда ложит дерево. Здесь вы тоже собираете. Да, вот видите, появились у нас фрукты. Насколько я понял, это яблочки наши, да? Да, отлично. Значит, с голода мы точно с вами не... пропадем. Так, все, отлично. Давай первый домик строить для наших жителей. И пусть в этом домике они живут себе и радуются. Так, еще небольшой участочек остался. А я могу поудалять что-то, типа... Нет, вот это вот. Так, ее строительство. Перерабатывайте здание, чтобы получать ресурс. Ресурсы не будут восстановлены. Угу. Значит, не сможем. Хорошо. Тогда нужно деревья все убирать. Ну что вы тут? Как у вас тут с первым роскошным домиком? Вроде бы идут. Можно было, конечно, еще поставить одних... на строительство, домик строителей типа сделать. Но я думаю, нам пока мест этого должно с головы хватить. Что ты здесь добываешь, да, потихонечку, умничка. А здесь, здесь тоже. Вот из-за чего я такой огромный склад здесь сделал. Чтобы мы спокойно смогли здесь все разместить. Потому что деревьев много. А зданий не очень, так чтобы и много было. Ну, которые мы будем с вами тратить ресурсы, конечно, на постройку этого всего. Блин, а почему здесь нельзя... Что такое фильтры? Так, обычный вид. Красота. Безмятежность. Так, безмятежность. Тактически, ну, обычный вид. Безмятежность. А, безмятежность это... Мы можем с вами просто нажать на... скорость обычную, да? И наблюдать, как они
работает у нас. Понял. Прикольненько. Так, давайте ускоряться. Но вроде потихонечку, помаленечку мы начинаем, да, строиться и приобретает уже совсем другой вид наше поселение. Так, что мы можем по поводу склада? А, здесь мы склад не можем, да? Ну да. Мне вот это вот деревце мешает. Мне конкретно мешает вот это вот деревце. Во, а вы можете его срубить, вот это вот деревце? Не можете, да? А почему? Потому что вы туда еще не добрались. Хорошо. Вот здесь тоже место освободили. Давай сделаем очередь приоритетную на рыболов. На рыболовлю. На рыбалку нашу. Ага. Продуктов у нас маловастенько. Ну да, нам нужна рыба. Нужна будет рыба. Продуктов вообще ноль. Они все яблочки у нас позабирали, да? Блин, может еще один дом собирать или поставить? Давайте, наверное, пока мисс... Пока мисс у нас есть с вами возможность. Поставим еще хижину собирателей вот сюда. Плюс поставим сюда склад. Давай вот сюда, вот так вот. Сделаем приоритет. Сделаем приоритет. Все. И пусть тут тоже будет хижина у нас собирателей. Потому что еды ноль. Так, ага, ты, басички, у меня лег на полу. Не, не пойдет. Нужно будет построить тут домик еще один. Но здесь я ферму хотел сделать. Я хотел, знаете, как сделать? Сделать вот так дорогу провести. Вот так вот. Построить еще тут жилой квартал. А здесь рядышком ферму поставить. Может, так и сделаем, как думаете? Ну, то есть, сделать вот так вот. А здесь у нас будет жилой квартал. Хотя нет, давайте, наверное, по 4 домика. Во, да, давайте, наверное, по 4 домика сделаем. А слева тут ферму поставим. Мы же сможем, да, ферму поставить? Где тут ферма? Нет, не сможем. Значит, нужно будет делать по 3 домика все-таки. Делать по 3 домика. И ждать, пока мясо не вырубят полностью все деревья. Да. Сделаем, значит, вот так вот. Хотя можно и вот так вот сделать. Угу. Блин, хочется просто дороги сюда провести. Если честно. Честно, хочется сюда дорогу провести. Так, хорошо. Давай тогда, наверное, сделаем дорогу вот так вот. Вот. И вот так, да? Да. Делаем дорогу раз. Делаем дорогу два. Ставим еще домик. На крайняк мы потом сможем это все разобрать с вами. Так. Отлично. Шикарно. Молодцы, зайчики. Во, все, работайте. Потому что на улице тоже спать как-то вообще не вариант. Сейчас они здесь вырубят, и мы перенесем тогда отсюда, вот в эту сторону. Так, что ты тут? Давай мы сделаем строить. Хижина, хижина. Хижина лесничего. Мы вот здесь можем поставить, чтобы они его тут строили. Делаем приоритет. Ага, вы пока забили, ладно. Ну, забили так забили. Так, собиратели. Давай, 4 штучки.
Пусть все собирают. Еда нам важнее. Древесина. Чё у меня древесина? А, это доска. Я думал, что у меня так древесины мало. Вроде бы должно быть. Так, ты кто? Дом брата. Ага. Это типа наш... Этот, как его, предводитель. Я так понял. Сейчас подождем, пока мисс утро настанет. Мы с вами сможем продолжить. Я в любом случае хочу сюда ферму поставить. Где наша ферма? Вот таким вот образом. Правильно, тут же дорога идет, да. Вот таким вот образом сюда ферму поставить. Сейчас тогда подождем, пока миссионные деревья все срубят. Поставим сюда ферму. Тут, возможно, с этой стороны еще домик какой-то один влезет. А может и не влезет. Сейчас, нужно ждать. Нужно ждать утра. Недостаточно свободного места для строительства. Да, это я понял. Так, еды у нас 33. Хорошо. Здесь у нас будет ферма. Здесь у нас будет такой маленький жилой райончик. Это мы с вами потом уберем. Мне главное, чтобы он сейчас это дерево срубил. Так, а ты на 100? Ага, ты занимаешься, да, уже этим? Хорошо, тогда давай делаем вот так вот. Есть, отлично. Сюда 3 человека добавляем. Все, это сейчас он разрушит. Сейчас, по идее, это он разрушит. Так, а ну повернись, пожалуйста. Все, шикарно. Давай сразу ферму. Можно, конечно, и ближе, но... Я хочу, чтобы на одно поле больше было у нас посаженного с вами. Вот так хочу сделать. Так что нужно подождать будет, ребятки. Немножечко. Так, что по поводу еды 42. Хорошо, здесь тоже, да? Неплохо все идет. О, у нас ребенок родился с вами. Поздравляю. Как назовем? Так, довольный на 78%. Хорошо. Это шикарно, что все довольны. Особенно, когда у нас будет много еды, да? Наверное, вообще будете довольными. Блин, вы можете тут срубать, пожалуйста? Вот это вот мне нужно срубить. Хорошо, здание... Для удовлетворения потребностей. Что это? Школа, театр, таверна, гамак, бар, костер. Ух ты, ёп. Какой костер. Может, мы не будем такое большое строение делать? Как думаете? Конфетная фабрика, декоративное растение. Ну, такие зайчики маленькие мы можем с вами поставить. Ну, это не костер. Так, скворечник. Ага. Птишки здесь будут, да, с вами находиться. А куда мы скворечник поставим? Может, куда-то сюда? Но все равно тут домики не влезут. Так, давай делать вот так. Сколько здесь? 2 кубика. Раз, два. Так, раз, два. Ага, вот так вот. Отлично, раз, два, и вот так вот. Шикарно, может сюда скворечники поставим? Где ты? Вот так вот. Пусть будет здесь. Хотя он здесь, конечно, ни к селу, ни никуда, как говорится. Ну ладно, пусть будет скворечник, мало ли, может... У них настроение из-за этого появится побольше. Во! Все, осталось маленькое деревцо убрать. И мы с вами можем поставить сюда ферму. Да, шикарно, есть. Давай делать посевы, посевы. Нет, сначала мы проведем дорогу. Не то, вот так вот. Да, отлично. И давайте смотреть по поводу посевов. Предлагаю половинку помидорки сделать, а половинку сделать себе картохи. Как вам такое?
Давай сделаем вот так вот. Помидорки, да? А тут где-то есть картоха. Вот так вот картохи сделаем. Есть. А вот тут можно и 3 тыковки сделать. Все, шикарно. Так, давай сделаем вот так вот и посмотрим. Блин, ну отлично. Что могу сказать? Отличненько, потихонечку. Помаленечку. Мы с вами продвигаемся вперед. Осталось только сделать вот так. Вот. Шикарно, чтобы они начали дома нам сразу строить. Еще по поводу рыбалки. Ага, вы еще не строите. Ну ладно. Давай посмотрим. И нужно здесь сделать. Чтобы могли за полями ухаживать, нам нужна ферма. Так, ты потом, когда вырубаешь у нас здесь деревья все, и вы тоже, да, повырубываете, то нужно вас будет переместить вот в эту сторону. Но я думаю, наверное, мы этим будем заниматься с вами уже в следующей серии. Сейчас я дождусь, пока они достроят ферму. По идее, они должны будут это сделать. У нас же есть рабочие здесь, которые фермой занимаются, либо их нету. Так, а что мне тут сделать? Что мне тут построить, как думаете? Может, еще склад сделать вот тут такой вот? М? Как думаете? Может, просто склад пусть будет тут? Или не? Да, пусть, наверное, склад здесь тоже будет. Вот так вот, чтобы они сразу с фермы несли на склад. Потому что, судя по тому, сколько у нас здесь деревьев, у меня здесь места просто не хватит. Мне придется продавать его. А продавать я здесь, по-моему, не могу. Нужно было, наверное, выбирать другую карту. Потому что реально чересчур много деревьев. С одной стороны, это, конечно, хорошо, но с другой у нас места столько с вами не будет. Нужно будет искать. Так, давай, наверное... Еще склад сюда влупашим. Во, вот так вот. Хорошо, отлично. Можем провести дорогу с вами. Вот до сюда. Шикарно, шикарно. Давай, руби вот это вот деревце, и мы тебя перенесем потом. А чё ждать, если мы можем перенести тебя... Кижелина и лесничего вот сюда. Правильно. Так, раз. Угу, хижина лесничего. Хотя мы можем... Давайте, наверное, расставим их сразу повсюду, где мы только можем. Вот так вот. Пусть строится. По-моему, по одному человеку сразу туда... Люди добавляются, если я не ошибаюсь. Все, здесь больше ничего нету, да? Тогда разрушаем, здесь ускоряем. И вот так вот потихоньку, помаленьку мы с вами очистим. Блин, интересно, а надо ли мне столько дерева, либо не надо? И смогу ли я его потом тут продавать? Так, здание для удовлетворения потребностей. Что еще здесь? Фонтанчик есть. Фонтан, говоришь, да? Давай, наверное, мы здесь... Давай здесь, наверное, мы тебя здесь разберем. Хотя не, давай восстановить. Давай восстановить. Фонтанчик может... Где мы фонтан можем поставить? Что ты у нас тут занимаешь? Ага, вот столько места, да? Блин, может быть, знаете, как сделаем? Здесь у нас будет чисто работяги, а потом, когда мы здесь очистим район, мы здесь для элитки и как раз и построим. Фонтан у нас будет. Статуи всякие, как думаете? Разрушить это, конечно, я еще успею. Я могу вообще склад перенести вот сюда, в эту сторону куда-то. Да, это будет дольше носиться.
Но зато не будет вот здесь такого вот наваленного всего. Как думаете, а вы можете просто достроить мне? Либо не можете. Мне как бы ферма нужна. Мне реально нужна ферма. Так, где наши рабочие? Ага, ну рабочие есть. И люди вроде есть. А ферму мне не строят. Почему? Или они сначала со складом должны закончить, а потом уже фермой будет заниматься. Кто мне подскажет? Так. Куда вы понесли? Ага, тут один человек, да. Да, сразу же, когда строится, сразу по одному человеку добавляется. Ну, это отлично. Это хорошо. Только мне ферма нужна, ребят. Мне реально нужна ферма. Хижина лесничего. Да, по одному человеку. Ну, пусть добавляет по одному человеку. Мне, во-первых, ферма нужна, во-первых. Чи, во-вторых, домики обычные. Хотя еды у нас много. Еды у нас хватает, но все равно нужны. Так, давай, наверное, еще мы с тобой сделаем вот так вот. Я думаю, чем больше людей, тем лучше, правильно? Все, роскошный домик вот сюда. Есть. Тем более, нужно куда-то древесину девать же. Все, шикарно. Блин, а здесь надо было, наверное, поставить добычу камня, ребят. Давай, наверное, мы это уберем. И поставим, наверное, сюда лучше... Лучше добычу камня, согласны? Давай разберем. Где наш камень? Добыча. Вот, каменоломня. Вот сюда лучше каменоломня мы с вами... А, мы можем даже так поставить. А, ну... Вот так вот, да? А, отлично, здесь будет камень. Птичек, наверное, мы в другое место с вами куда-то вот сюда сейчас поставим. А может сюда фонтан сейчас поставим? Сейчас посмотрим. Сейчас я посмотрю, может сюда сейчас фонтанчики поставим для наших жителей. Что мы птиц можем поставить куда-то? Так, вот сюда вот. Увы, не могу. Вот сюда зато могу. Давай, тут будет скворечник у нас. Здесь будет фонтан и как раз маленький склад еще. Так, давайте, зайчики, у меня аж приоритет стоит. Чё мы тупим? Почему вы не хотите делать это? Так, ага, фруктов у нас хватает. Шикарно. Давай, смотри по поводу фонтана. О, да, вот как раз он сюда у нас и встанет. И тут здесь будет маленький склад просто. Давай. Во, молодцы. Шикарно. Здесь будет вот такой вот склад. Да. Возле фонтанчика. Ну и в принципе все. Я предлагаю на этом, ребят, серию закончить. Не знаю, как вам игрушка. Мне лично зашла. Да, долго будем деревья здесь с вами убирать. Так, внимание, среди ваших последователей зарождается новая требовательность. Веселье. Вы хотите выполнить их запросы? Да, давай. Так, веселье. Веселье не темная часть. В повседневной жизни, к счастью, существует много способов поднять ее. Начало через 7 дней. Костер, театр, гамак. Ага. Давай нажмем на паузу, посмотрим по поводу костра. Помните? Я говорил, что он чересчур большой. Театр. Ух ты, ёб твою какой. Костер. Может сюда костер уместить? Погоди, это что такое у нас? Разрушить нужно, да? Эту штуку нужно разрушить. И возможно...
И, возможно, мы сюда с вами костер и поставим. Можешь влезет сюда? Не, к сожалению, не. Блин, и что делать? Может, стой? Может, здесь разрушить? А давай, наверное, мы... Да, давай, наверное, мы здесь разрушим, если сможем сейчас. Так, стоять. Сюда костер сейчас и поставим. Не то. Вот так вот. Да, хотел заканчивать, и тут начинается, как говорится. Так, а ну, ускорить. Давай попробуем поставить сюда потом с вами костер. Он прям идеально сюда влезет. Согласны? На 7 дней с вами. Ну, ребята, разберите, пожалуйста. Блин, ночь настала. Ладно, ладно. Ну давай, 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 давай. Так, ребенок повзрослел. Это прикольно. Давай сюда костер. Разбери, пожалуйста. Вот, умничка, молодец. Вот помощница. Все. Шикарно. Есть в очередь. Ну и все. Что могу сказать? С заданием почти мы справились. Давай тут на паузу нажмем. Здесь нам не надо. И все. И здесь на паузу. И строй нам, пожалуйста, костер. Строй нам, пожалуйста, ферму. Потому что нам это надо. Так, дай повернуть. Давай дождемся утра и посмотрим, будет ли он делать. Так, пауза есть, пауза нету. Здесь он рубит. Ага, все, потихонечку пошло, да? Да, пошло строительство. Так, 4 человека. Надо будет, наверное, потом домика 2-3 строителей сделать себе. Чтобы это все быстрее как-то и шло. Так, один человек. Ну, пусть один человек камень нам добывает. Нам, по идее, много и не надо, да? Так, кто это у нас тут? Это у нас здесь скворечник. Блин, чересчур быстро день идет. Вы не заметили, что немножко помедленнее бы сутки длились бы, и было вообще отлично. Так, и было реально вообще отлично. Так, ладно, ребят, они пока место достроят. Я уже начну следующую серию записывать. Так что, все, давайте уже продолжим следующую серию. Сейчас я нажму на паузу, и там уже будем разбираться, где мы будем строиться. Ну, либо, возможно, я просто порубаю здесь деревья, вот эти вот, подожду. А потом с вами уже будем развивать наш городок. Не знаю, посмотрим пока, мисс. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом.